метро, с том вагоне ты никто. Но помнишь ты его прощальный взгляд, и губы поцелуй хранят. Не надо думать, что потом не все сбывается порой. Но не сегодня, только не сейчас, не в этот раз, не в этот раз. Если хочешь, это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. Разбивала сердце на части, говорила, это на счастье. Если хочешь, это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. О любви мечтала днем, а ночью думала о нем. Думала о нем. Сегодня знакомимся с песней «Ты станешь взрослой» группы «Лицей». Оригинальная тональность ля бемоль минор. Такая аккорд, соответственно, все на баре. Поэтому мы сдвинемся слегка на полтончика вверх и споем все в ля миноре. Вступление, там вот такой гитарный проигрыш, соло на гитаре начинается вот со второй струны открытой, только вот играется вторая, а потом она прижимается, а звука уже нет, а звук здесь будет на четвертой струне, на второй. Вот три звука. Потом как бы те же, примерно такая же схема, только вместо этого звука будет этот, будет так. И уже на аккорде соль также повторяется. Вот так. И потом на аккорде до также. Только здесь будет уже звук ми. Потом уже на аккорде ми мажор. И легче, конечно, играть на двух гитарах, когда один чешет ритм, шестерка с глушением. Но для начала, для вступления можно так, как бы мягким перебором сыграть одному. Аккорды в куплете за пять минут успеть в метро ля минор. В пустом вагоне ты никто, но помнишь ты его прощальный взгляд, соль мажор и губы поцелуй хранят. Здесь вот такой хитрый аккорд ре минор 6. Вот ре минор 6 ставится так. Если в басу добавить бас си, то палец мы передвинем сюда, а сюда поставим третий палец. Значит, на первой струне на первом ладу, на третьей струне на втором, и здесь вот так. Это полностью так ставится аккорд. Можно его сократить, убрать этот палец и сыграть только вот эти два. Будет аккорд называется по-другому, но звук примерно такой же. А следующий аккорд ми септ. То есть вот будет так. Но и губы поцелуй храня. Потому что здесь как бы на пол рисун. Поцелуй храня. И повторяется. Не надо думать, что потом не все сбывается порой. Но не сегодня, только не сейчас, не в этот раз, не в этот раз. Вот, ну, а в припеве те же самые аккорды. Если хочешь.
думаешь, это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. Разбивалось сердце на части, говори, это на счастье. Видите, все просто. В ля миноре песня довольно простая, даже несмотря на этот вот хитрый аккорд. Всем удачи, играйте хорошие песни.